Россия больше не пригодна для жизни. Нам нужно осваивать другие планеты. Но как мы туда доберемся? Они ведь слишком далеко. Мы открыли червоточину, через которую мы и полетим в другой конец космоса. Точно в назначенное время, когда открывается от стартового стола отделение системы аварийного спасения и второй ступени. Восточный прием, у нас проблемы. Это не червоточина. Повторяю, это не червоточина. Не говори поспешно, говори прорыв в стене. Ведь американцы в этом виноваты. Гневись, что дрель прошла насквозь. Клей скроет грех твой от людского взора, и не увидит мир трагедии. Не говори поспешно про дыру в стене, ведь американцы в этом виноваты. Мы ведем расследование, и оно показывает, что это американцы просверлили дырку.